нравятся старые залы, где все пропитано кровью, потом. И это очень сильно мотивирует. Yes! Three of them though! Yeah! Очень хорошо, очень хорошо. Хусейн навелся, решил ворваться. Я здесь буду жестокой. Ну такой зал атмосферный я нигде еще не видел. Очень хороший зал. Хасана первая тренировка. Начали с того, что немножко разбегаться, немножко почувствовать ноги, немножко продышаться. Завтра боксерская тренировка. Такие совершенно легкие спарринги, полуигра. Но сегодня надо будет продышаться. Попробуем. Погнали. Сперва я бегу. Туда-сюда, два обратно, три обратно, четыре обратно. Ну вот до каждой линии. Я бегу, надо дотрагиваться рукой. Ты не бежишь пока. Давай, побыстрее. Давай, последнюю. До конца. Отлично. По чуть-чуть. Тяжеловато, да? После 3 месяцев. Сейчас спиной. То же самое. Хорошо. Давай. Здесь ногой касайся линии, ногой линии, не рукой. Пошел за. Ускориться. Хорошо. Ты размялся? Размялся. Ложись на спину. Тянется до 10 раз. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Аккуратно. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 8, 9, 10. О, класс. Пускает. Мы с тобой пробежались даже 58 минут. Нет. Раздвинь ноги, раскинь. Руку. Раз. Два. Три. На руки показывай. Тянется? Да. Шесть.
8, 9, 10. Раз, два, три, четыре. Вот Дима, первые тренировки вышли. Очень даже голова кружится. Очень трудно. Потому что 3 месяца из-за этого коронавируса вообще отдыхали, не тренировались, вообще ничего не делали. Реально голова кружится. Нормально мы сегодня поработали в первую тренировку. Что, как думаешь, сколько тебе времени понадобится? Месяц мне надо чуть-чуть по форму пройти. Через месяц, да? Да, через месяц. Через месяц посмотрим? Да, через месяц посмотрим, как. Хорошо. Завтра на бокс идем? Конечно. 2 по 3 выдержишь? Да, 2 по 3 выдержишь. Не больше? Не больше. Хоть чуть-чуть. Немножко почувствовать. Короче, в целом тебе все понравилось. Мне очень нравится. Как ты сошел с самолета, ты кайфанул сразу. Да, я же тебе не... Мы с тобой не просто так разговаривали где-то неделю назад. Мне очень нравится. У меня такие ощущения, знаешь, без... Ты же видишь... Не верится, что меня пропустили. Да. Ты же много где был. Ну вот мы с тобой уже успели по Майами сегодня покрутиться. На первый взгляд тебе интересно здесь? Ну как тебе сказать? Майами это вообще... Майами это Майами, знаешь, для... Я был везде, в Сакраменто, я могу побыть где-то 2 недели, и все, у меня крыша начинается. И я с ума схожу. И в Таиланде максимум месяц. Ну, в Таиланде тоже мне нравится, но на 10 дней можно туда, на отдых. Знаешь, когда ты не в форме, что на форму прийти, то на 2 недели можно. А так, в Майами, наверное, начну тренировку, туда посмотрю. Я думаю, тебе здесь все понравится, и тренировки, и атмосфера, и каждый день здесь такая погода, каждый день. Слушай, один вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта? Да. Можешь поделиться? Конечно. Хочу, чтобы у меня очень много денег было, и чтобы я всем помогал, чтобы женился, чтобы у меня были красивые дети. Очень много денег, чтобы я всем, знаешь, моим друзьям, всем, чтобы, знаешь, чтобы всем помогал, это меня мечта. Друзья, любишь себя? Очень. Много друзей? Очень много. Очень мало. Это жизнь. Сколько этих друзей уже по жизни приходило и уходило, так не хочется терять никого больше. Вчера немножко вечером разбежались, сегодня утром сделаем зарядку, после обеда пойдем на спарринге по боксу. Аккуратно. Ну, хорош, хорош. Теперь смотри. Оттяну. Проходишь, я тебя встретил боковой и ногой. Пум, пум, пум. Бам-бам-бам и бэклист. Пум.
А чуть покрутись тогда. Как красиво, да? Ну согласись. Я не хочу просто расхваливать, как будто, знаешь, тут что-то такое прям лучше, чем везде, где-либо, как будто у нас там плохо. Но у нас там, может, и неплохо. Но здесь действительно хорошо. Идеально круто, да. Смотри, утром спускаешься, да? Вот, спустился. Спустился, вот папа занимался. С той стороны даунтаун Майами, с этой стороны здесь Саут-Бич, это старый район считается, как бы самый первый Майами район. С той стороны вот эти островки, это очень дорогие районы. Здесь шикарные дома. Ты рад? Как? Ну, конечно, рад. Реально красиво, круто. Сейчас, знаешь, круто вообще, как было бы. Да. Если бы ты сейчас оттуда прыгнул, вообще реально круто было бы. Я прыгну, ты за мной? Я, конечно. Я за тобой в следующий раз. Слово дал. Я сказал, в следующий раз. Ничего не знаю. Я сказал, ты слышал? Что я сказал? В следующий раз. Без маски не выходи. По правой руке. Все, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тогда две таких. Такие. Вот. Рыбные котлеты. Да, рыбные котлеты. И, пожалуйста, вот диетические. Вот видите, так как у вас это зеленый трава. Бобы это, да? Да. Трава. Вот давай чуть-чуть вот это и чуть-чуть гречку. Чуть-чуть того, да? Да. Мне две котлеты рыбные. И мне чуть-чуть бобы, но только без гречки. Но чуть-чуть бобы. Да. И, пожалуйста, филе треску положите мне два куска сюда. Рыбы еще? Да, еще две рыбы, да. У меня диета. Ты уверен? Да. Ты пить что будешь? Пить простую воду. А пить ничего не буду. Нельзя пока. До еды, когда ты кушаешь, ты пить не можешь. Слушай, знаешь, вопрос. Ты вообще какие планы? Для чего ты в Америку именно приехал? Приехал, потому что... Ну, я был в Киеве, и я хотел, честно, полететь в Таиланд, знаешь. Потому что сейчас из-за коронавируса никто не может летать. И я тебе набрал, помнишь? Да. Я сказал, как думаешь, может мне в Америку прилететь? Ты мне сказал, давай прилетай в Америку, я тебя встречу туда-сюда, тут классно. То есть получается, что когда мы с тобой просто разговаривали, где лучше тренироваться, ты же планируешь в UFC попасть? Конечно. Хорошо, ты планируешь в UFC попасть. Поэтому я тебе сказал, что если ты хочешь в UFC попасть, начни тренироваться в Америке. В Америке, да. И ты загорелся этой мыслью. Да, я сейчас забыл. И вот в этот момент ты загорелся. Соответственно... И три недели я тебе писал, сейчас граница откроет, я летаю. 1, 2, 5, 6 я летаю. Вот и гречка наша. Воду принесете, да, нам? Спасибо. Одну, две воды? Две. Ага. Если честно, я хотел улететь 5 июня. Угу. Сюда? Да, сюда. Помнишь, я тебе говорю, посмотри мне там квартиру, дом, там без разницы. Вот и мне час ночи мне позвонили, сказали, типа, Хасан, есть самолет, ты должен успеть завтра утром у тебя вылет с Москвы на Майами. А ты где был в этот момент? Я в Киеве был. Я час ночи собрал вещи, где-то 1:45 я вышел с дома на машине, выехал в Москву. Да. Короче, в Москве был 9 утра, я приехал в Москву, это было... А за сколько ты времени доехал? Ну смотри, считай ты, в час сорок выехал, да. И в 9 утра я был в Москве уже. Да. И это... Математика лучше, чем... А сколько расстояние там? Там 900 километров. 900 километров за 7 часов? За 7 часов, небольшим. Да. И границу включили? И границу. А как ты границу договорился? Границу у меня в Украине, у меня есть такая, знаешь, они все меня знают. Я сказал, что я улетаю в Майами, они меня быстро пропустили. А в Москве у меня друг там работает, я ему позвонил, типа,
То есть можете с вашими договориться, что я туда еду, потому что я не успею, если вы там задержите меня. Ну, хотя без проблем, я уже сказал, они уже знали. То есть, короче, в самом деле, ну. Я прилетаю, ну, короче, в Москву приехал, и они мне, в границе они мне сказали, ты должен 14 дней быть на карантине. Я говорю, я должен улететь в Майами. Нет, ты должен на карантин. Ну, я, ладно, пишите. Я говорю, когда вы приедете посмотреть, я дома или нет? Мы 9 утра высылаем куда-то, знаешь, в компьютер. Я даже не понял, что они сказали. Я говорю, хорошо, пропустили и выехал оттуда в аэропорт. И ты, я тебе звоню. Я, братан, я купил билет, типа, встречай меня. Ты мне говоришь, Хасан, у меня и так настроения нет. Ну, давай, скажи серьезно. Я говорю, клянусь. Короче, я не верю тебе. Я говорю, что, я вот билет, и ты, Хасан, как так, это дальше? Слушай, я не так скажу. Я сижу, ты говоришь, я прилечу. Я думаю, ну, зная тебя какой-то на суете, думаю, ну, сейчас все поменяется еще. Потом скажешь, что все-таки передумал, решил в Таиланд. Нет, ты мне уже пятый раз пишешь, я прилечу. Я говорю, ну, я хорошо, я жду. Ты говоришь, я буду в Москве, я ориентировочно вылечу через 2 дня. Я говорю, слышишь, сейчас тут Путин не летает, ты-то как полетишь? Ну, никто не верил, честное слово, никто не верил, что когда я сюда прилетел, все были в шоке. Ты тоже в шоке. И знаешь, это ночь, там, в час ночи ты мне звонишь по видеосвязи, говоришь, ну, я вылетаю, через 2 часа вылет. Я говорю, Хасан, ну я сплю, ну сколько ты можешь меня по ночам будить? Тут уже час ночи было, да, у вас? Да. Я говорю, ну что ты прикалываешься все время, куда ты вылетаешь? Он говорит, посмотри, говорит, в WhatsApp, говорит, вот посадочный билет. Я открываю WhatsApp, посадочный билет, вылетает, это точно. Я думаю, я не знаю, что это за человек, там вся Россия из дома боится выйти, подъезд покинуть. А ты, получается, Днепр, ты же в Днепре был за день до этого, ты же мне тоже звонил, я в Днепре за пару часов до этого, а потом ночью в Киеве оказался. Я, короче, в 6 часов я выехал с Днепра в Киев. И, короче, вещи собрал мне, и час чем-то я выехал на Москву. Ты как себя чувствуешь после? Очень трудно было, знаешь, после карантина, первой тренировки, очень такая, ты сам видел, как, знаешь, очень трудно было дышать, там, двигаться, вообще забился полностью. Но думаю, через 3 недели нормально в форму приду. Ты меня первый день, ты что, забыл, что ли? Что? Я думал, чисто ты меня сразу закинул профессиональным боксером туда. Братан, а у меня был мандраж, как я на бой выхожу, если честно. Волновался? Я говорю, монстр, может, не стоит. Сейчас что, перед ними, что, давай, Хасан, ну ладно, давай. Уже разбились по парам, да? Ну я сейчас, честно, я взял себе борцовки, перчатки, бандаж, шлем я взял. Ты купил? Да, купил. Мы с Моисей, с Моусера все купили, уже 2 дня назад купили. Хватает, да, ну реально спёртый воздух, столько людей на спарринге приходит. Начинается с 11, заканчивается в 5 часов вечера. Все по времени забито, записано там, кто с кем, допустим, в 13:30, 14:30.
и так далее, и так далее. Будут люди подходить, подходить, подходить. Открываются вон те ворота для того, чтобы можно было дышать. Здесь дверь сзади открывается. Немножко циркуляция воздуха. И, короче, кто приходит в шапках там каких-то своих таких своеобразных. То, что он такой колорит, чисто вот латиноамериканский. Много очень латиноамериканцев боксирует. Тренера в основном на испанском. Здесь только, по-моему, он один-единственный. А, два тренера только на английском разговаривают. Остальные все предпочитают на испанском разговаривать. Ну, забавно, такой необычный, необычная атмосфера. Попросили, чтобы там с ума не сходить, не зарубаться, но аккуратно поработать всем дать. Будет интересно и, наверное, им себя почувствовать каждого. Мандраж как на бой выходит. Мандраж есть? Потому что с боксером, да? Силы сохрани на 3 раунда. Жди, жди. Отлично, 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 отлично. Здорово, здорово. Смещайся влево туда, уходи. Уходи в левый и встречай право его. Левый бросай правый. Уходи в левую, уходи в угла. Вот, вот, вот. Отлично, отлично. Неплохо, неплохо, очень хорошо, кстати. Отлично, отлично, здорово. Ой, хорошо. Очень хорошо.
А ты кого? Отсюда ты кого? Очень хорошо. Очень хорошо. Неплохо, он не попадает по тебе. Отлично. Воду, воду, воду. Отлично. 3 секунды. Стоп, стоп, стоп. Иди, иди сюда в угол. Дыши, 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 дыши. Дыши, дыши. I can't run. As well, yeah, I'm going to run. What's up, man? У тебя крайнее поражение 22-2. У меня, да, 22. 20-2. Да. Как известно, что с крайним поражением очень редко в UFC берут. Что будем делать? Надо где-то подраться или есть предложение все равно? Ну, смотри, я почему сюда приехал? Из-за коронавируса, типа замены нужны туда-сюда. Угу. Я сейчас даже с менеджером общался своим. Как зовут его менеджера? Даниэль Руби. Руби, а кто у него еще из... который Саят, знаешь? Саят, Таиланда, да. Давай дальше. Руби и Саят, да. Вот, и они сказали, типа, возможно, что... получится, знаешь, на замену выйти. На замену выйти. Да. Сейчас мы готовимся, сейчас будем в форме. А вдруг, если не получится выступить там, я выступлю 20, постараюсь выступить в Москве 27 сентября в Бреве. Бреве? Да. Понял. Вопрос. Хусейну уже 6 раз предлагали на замену Хусейну выйти. Много раз предлагали, да, выйти. Один раз Рамадан был, второй раз не в форме был, третий раз тоже не в форме был. Он не смог. Но он сейчас перешел, мы сегодня решили, дали, короче, сделали то, что он на 66 будет теперь драться, Хусейн. А хотел 61? Он сейчас пару боев на 66 сделает и потом на 61 перейдет, потому что UFC сейчас, они... В любое время же могут, знаешь, позвонить, сказать, он 61 не сможет скинуть такое время. Угу. Поэтому он сейчас на 66. Сколько он весит сейчас? Он сейчас весит 75. 75. Понятно. Короче, мы ждем Хусейна, что Хусейн первый начнет драться в UFC. Хусейн, дай бог, первый будет в UFC, да. Понятно. У него такой угрожающий рекорд, да, 22-0. У него 20-0. 20-0, да. Да, 20-0. Короче, Хусейн не планировал боксировать, завелся, решил ворваться. Месть будет жестокой. Месть будет жестокой. Ты хочешь с ним же? Да. Давай. Да. Хусейн, как тебе зал? Я бывал очень много залов. Но такой зал атмосферный я нигде еще не видел. Очень хороший зал, знаешь, приятный. Энергетика, да? Согласись, да. Помнишь, я тебе говорил, что ты приедешь, ты здесь энергетику почувствуешь. Какую энергетику нигде не найдешь? Ты тоже, наверное, бывал там. Очень красивый зал, больших.
Ну там, знаешь, тренируешь, там не уходят, знаешь, там. Вот, вот это именно тот случай, когда тянет как бы в подвал. Old school, такая старая школа. Вот именно то, что надо найти. А иногда ее не хватает, да? 100%. Это именно то место, где найти лучше. Ну, ты сегодня хорошо сделал спарринг. А ты отлично сделал спарринг. Вот тебе надо сейчас продышаться, кроссфит. И вот ну, сюда придем недельки через полторы-две, да? Когда уже акклиматизация пройдет, вот тогда надо будет посмотреть. А скажи, вот этот... Было тяжело заиметь поражение в графе? Очень тяжело. Конечно, переживал? Конечно, очень даже. Да, уже с 2014 года, где было проигрыша. Такой раз. Но если честно, это моя вина. Да. Это меня Всевышний наказал. За что? Потому что он мне показал, что надо трудиться. И никогда в жизни нельзя недооценивать соперника. Я его очень сильно не... Я, если честно, мы с братом полетели в Сакраменто, и через три недели до боя, месяц оставалось, три недели до боя, и потом вес скинуть там 10 дней, стоп. Мы сказали, давай мы выступим 3 по 5, потому что мы всегда выступали 5 по 5, и я думаю, 3 по 5 я не почувствую. И мы так начали тренироваться, и я сделал травму себе. Вот тут я спарринги делал, пропустил удар, и у меня тут, знаешь... Защемило? Да, и честно стою, я вообще 5 минут не мог встать ноги, я не чувствовал ноги. И потом у меня болело месяц, ни спарринги не делал, не боролся, чисто кроссфиты, знаешь, делал. Вот, думал, первый раунд, и у меня соперник до боя, 5 дней до боя поменяли этого бразильца. Это где ты дрался? В Киеве. И я думаю, тоже не почувствую, ну ладно, так. И первый раунд вышел с ним, и все. Ты как ты видел, да, устал сильно. Да. Понятно. Ну сейчас что-то поменялось в тебе? У меня сейчас, знаешь, честно слово сказать, у меня сейчас, типа, я хочу сейчас только тренироваться. После боя, помнишь, мы тогда в Таиланде увиделись? После боя я же туда прилетал, мы тогда познакомились в Таиланде. Там у меня был, знаешь, такой депрессняк. У меня был депрессняк, я тренировался, но у меня желание пропало, все, понял. Я честно думал, Хусейн будет уступать, а я хотел другую себе дорогу выбрать и пойти там, остаться в Киеве там. И потом... Ты планируешь в Киеве жить? В Киеве, сейчас я в Майами хочу. Ну я сейчас посмотрим, я сейчас хочу в Майами тренироваться, тут выступать. В дальнейшем посмотрим. Майами нравится? На Майами очень понравилось. Нам через пару дней в American Top Team. Сейчас вы тест на коронавирус я дали? Я сдал, да. И в понедельник я справку получу и там... Во вторник на спарринге пойдем на Майами. О, на American Top Team. Да? Да. Я надеюсь, что с каждым разом больше и больше буду у вас учиться, и вы будете подсказывать мне мои ошибки. So, next week... So Thursday is sparring. And Monday, Wednesday, Friday is technique. Okay. Monday, Wednesday, Friday technique. Tuesday, Thursday, Saturday is fun. Okay? And at night we do conditioning, but you're in shape. But tell the other boys, track, they can come. Yes, sure. Okay? Ah,
он все хорошо делает. Ай, куда у тебя? Пацан, идите на воду. Ведро, вон ведро, ведро. Привыкай подбородок держать, это он так себе спорит, с вами партнер. Это вот тебя, а это тебя, вот тебя. Отлично. Дреча, ганчо, дреча. Отлично, 15 секунд. Дреча, ганчо, дреча. 7, 8, 10. 10 секунд. Ой, класс. 10, 8. 5 секунд. Концов, прям много набрось на концов. Набрось. Дреча. Эй, си. Сиди воды. One more round. Last round. Right away, you do now. Right on, go. Touch, but if you don't touch, then don't go. Это хайп чуть-чуть. Набирай силы и укладывай там. Последний раунд. Come on, you understand Spanish? No, him. Yes! Three of them, though! Minuto. Come on, Christian, you gotta punch back! 15 секунд, последний. У нас больше ударов. Забирай окончательный бой. Пять секунд осталось. Ты все Мне вот нравятся старые залы, где все пропитано кровью, потом, и это очень сильно мотивирует. А вот эти залы, которые только что построены, они чистые, и в них ты даже не хочешь идти. В них ты просто расслаблен и не взрываешься. Вот. Мне из-за этого нравится именно такой как бы подвальное помещение, где... Намоленное боксом, намоленное борьбой. Да. А то чисто те, у которых все есть, чисто плотные, вот эти чистюли, у них они не хотят подняться, потому что их и так все устраивает. Вот поэтому нужны такие спартанские условия. Здесь мотивацию получаешь. Конечно. На это. А спарринг-партнеры? Спарринг-партнеры, ну, сегодня довелось только с одним поработать. И сказалась акклиматизация. Ну, ты же с первой тренировкой, да. В смысле? Как-никак. Ну, я думаю, здесь... Тут увидел кого-то хорошего? Конечно, я наблюдал за спаррингами. Есть олимпийские спортсмены, да, призеры. И есть хорошие боксеры. Мне нравится старый бокс, старая школа. Ну что, она здесь латиноамериканская, она чуть другая. Да-да-да. Слушай, ну мы сюда вернемся еще? Обязательно, надо вернуться. И то, что здесь тренировался Мухаммед Али, это о многом говорит. Вот я вспоминаю все свое детство, когда я наблюдал, когда я смотрел бои Мухаммеда Али, вот, старых боксеров, легенд. И оказаться в том месте, где они тренировались, это дорого стоит. Представь, что с той стороны мост, раньше сюда не пускали чернокожих на эту территорию, Майами Бич. А тут жили только белые. И мост большой, и там реально бежать очень много. Мы, наверное, мы на машине минут 10 едем, на минут 40 бежать только в одну сторону, 50. И представляешь, каждый день он бегал туда-обратно. И он единственный был чернокожий, кого пускали на Майами Бич. К нему такое уважение было отдельное. А сегодня мы здесь, тоже приятно.
понимаю, что Хусейн вот-вот подпишут со дня на день. Сейчас, да, да, да. Там уже горячие переговоры идут. Да. Давай, короче, нам... Ну, получится, получится. Если нет, ну, сдаваться не будем. Сейчас я сейчас, у меня желание только тренироваться. Я раньше отдыхал 3 месяца, тренировался месяц, выступал. Сейчас я только тренироваться буду. Я это уже решил. Я потому что я знаю, что я могу. Ты сам сказал мне, что я... Ты классно боксировал. Мне очень понравилось. Первый день. Да, при том, что ты сдох, и так как бы, и так как ты устал, и ты боксировал в форме нетренировочной. Мне понравилось. Если ты дыхалку восстановишь, то ты можешь хорошие вещи делать. Там даже боксеры отметили. Да? Да. Да? А как я тебе звоню? Или ты такой сидишь, или что-то там в себе ушел? Хасан, а? Давай устроим здесь же. Давай сюда. Давай. Акула!